Всем привет! Привет! Сегодня у нас вот такой вот набор вокруг света Египет. Чудо-мыло. Мы с Альмочкой будем делать мыло. Я этот набор выбрала, потому что тут кися. И мы очень любим киси. Давай откроем. Внутри у нас идут красители. Красный. Синий. Тяжело вытащить. Потом у нас желтый. Египетская ночь. Это ароматизатор. Потом ароматная пряность. Тоже ароматизатор. И цветы лотоса. Вот такие вот у нас тюбики. Ого! Горшочек глиняный. Прикольно. Перчаточки у нас здесь. Вот формочки в виде статуи египетской, в виде статуи Анубиса, насколько я знаю, египет Анубис, Тутанхамон, киса и маленькая пирамидка. Мама. Так, а внутри у нас еще вот такое вот бесцветное мыло. Мама. Да, я вижу. И там еще есть вот такие вот палочки. Сейчас мы... еще инструкция. Вот что нам действительно нужно. Сейчас мы по этой инструкции будем разбираться, что нам надо делать. Вот такие вот у нас кусочки мыла. Теперь мы должны поместить их в эту керамическую вазочку и растопить или на водяной бане, или в микроволновке. Сейчас мы этим займемся. Вот у нас получилась вот такая вот жидкость из этих кусочков мыла. Тут написано, что... надо добавить 1-2 капли красителя для легкого оттенка. Подожди, Альмочка, осторожно, это горячо. Или 4-5 капель для насыщенного цвета. Какого цвета у нас будет кися? Кися. Подожди, не надо, малыш, горячо. Давай красненькую сделаем. Красную? Да. Давай. 2, 3, 4, 5. Мешай. Давай, мешай, молодец. Молодец. Не. Фу, это же мыло, Альма. Так как киса холодная, так как киса горячая, мы положим ее на шариковый пластилин, чтобы не ошпариться. Все, Альмуша, ты помешала хорошо, я вижу. Давай, стой. Сейчас будет горячо. Мы берем и выливаем. Оп, вот так вот. Ушки. Попробуем так. Только мне кажется, что у нас... Ой! Сейчас мы еще нальем чуть-чуть сюда. Мама! И сделаем новый цвет, да? В инструкции написано, что вообще они сохнут около часа, вернее, затвердевают, не сохнут. Поэтому мы сразу подготовили все формочки. Сейчас мы нальем во все формочки сразу. Вот мы теперь сделаем синий. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мы сейчас во все формочки сразу нальем, и через час мы проверим, как это все будет выглядеть. Мешай, малыш. Ароматная пряность. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мешай, малыш. Давай, мама тебе поможет. Вот так вот. Оп. Осторожно. Все, теперь мы давай зальем наши формочки. Смотри. Мама. У нас осталось вот тут. Вот еще чуть-чуть. У нас будет двухцветный. Сюда, давай сюда. Ой-ой-ой. Вообще, по идее, это мыло, его будет легко отмыть. Вот сюда. Опи. У нас еще вот тут на пирамиде надо. Альмочка, стой, малыш. Хокси пришла мыло делать с нами. Осторожно, Хокси. Пока Хокси смотрит, что мы делаем.
теперь я залью формочки до конца. Вот эти котики, лапочки, лапочки, лапочки. Будем Хокси потом этим мылом мыть. Да. Коти, надо кота. Все, оставим наше мыло на час. Пока-пока, пока-пока. Нет, малыш, еще не пока-пока, мы потом результат покажем. Прошел наш, вот и прошел у нас час, и вот у нас получилось вот такое вот мыло. Две киси, две вот таких вот статуэтки, желтая и красная, два вот таких скарабея, один светло-синий, другой темно-синий. И вот такая вот пирамида желтая. Другая пирамида у нас не получилась. Она развалилась. Мы ее не стали показывать. А, ну дай кись показать. Кися, кися. Вот такая вот у нас еще кися. Вот таких две киси. Да. Да. И вот такая вот. Дай. Ну не жадничай. Вот это вот я тоже не знаю, что это у нас. Клеопатра. Клеопатра. Альма. И вот, да. Мы сделали двухцветный, красный и синий. Анубис, по-моему. Ну вот. Такой вот, можно сказать, хороший подарок на Рождество или на Новый год своими руками. Бабушкам или дедушкам. Альмочка, пока-пока. До новых встреч. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Спасибо, что смотрели.